Смотрите, дорогие друзья, это антилопа. У антилопы радостное детство, много подвижных игр, она всегда стройна и грациозна. Ее любят, ласкают, понимают. Когда она вырастает, у нее активная сексуальная жизнь. Она всегда красива и любима. Ей можно любоваться бесконечно. А знаете почему? Потому что она не пробует наркотики. Никакие и никогда. А иначе сдохла бы к чертовой матери. Хочешь счастья в жизни? Не пробуй наркотики. Как антилопа. Никогда.